25 апреля Россия прощается с первым президентом. Человеком неординарным и политиком, развернувшим страну на 180 градусов от коммунистического прошлого. Его и ругали, и хвалили с одинаковым рвением. Но он сам подарил эту свободу нам, журналистам. Борис Ельцин в последний день уходящего тысячелетия просил у своего народа прощения. Но России еще предстоит осознать, что, наряду с ошибками, через многочисленные инфаркты, этот человек оставил после своего президентства. Сегодня впервые в нашей студии присутствует человек, имеющий субъективный взгляд на Бориса Ельцина. Это экс-губернатор Амурской области, доктор геолого-минералогических наук Владимир Поливанов. Владимир Павлович, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Вы не понаслышке знали Бориса Николаевича. Он вас и назначал, он вас и забирал в госком имущество, он вас и отправлял в отставку с этого правительственного поста. Я бы свой первый вопрос разделил на две части. Каким Ельцин был для Поливанова и каким Ельцин был для России? Ельцин для Поливанова был, всегда был, при всех наших зачастую сложных взаимоотношениях, великой личностью. Потому что масштаб этой личности мы еще долго будем оценивать и, я думаю, не скоро еще оценим. Поэтому я к нему всегда относился как к выдающемуся, живущему вместе с нами современнику. Мне довелось с ним в общей сложности, если так взять все наше время бесед, один на один даже пробеседовать часов 5 или 6 на разные темы, в основном во время визита, затем во время работы в Москве. Это был очень умный политик, очень умный человек. Несмотря на все те многочисленные легенды, которые ходят о его якобы не очень большом уме, это был умный человек. Карикатурном поведении. Карикатурном поведении. Это был очень вежливый человек. Ельцин ни разу на меня, ко мне не обратился на «ты». Это человек, который обладал аналитическим складом ума. Просто обладал. Я могу доказать это, потому что когда он был в области, и сутки мы с ним ездили по области, посещая заранее подготовленные, естественно, места. И заранее неподготовленные магазины. И заранее неподготовленные магазины, да, единственный срыв. Мы долго и нудно готовили магазин, где, так сказать, выставили все, чем богата наша область. Ельцин неожиданно останавливает машину и говорит: сюда. То есть вы как бы повторяли действия всех руководителей регионов? Да, вне всякого сомнения. А как? Ну а где истина, где правда, так сказать? Истина в подготовке. Ельцин был нашим гостем. Амурская область — наш дом. Приглашая в гостя в дом, мы обязаны обеспечить подготовку. Это же самое, что вы меня пригласили в гости, а, так сказать, сказали: вот, так сказать, картошка, сделай себе ужин и будем праздновать. Отсюда и устланный асфальт. Отсюда и устланный асфальт до полевого стана. Да. Я предлагаю вам немножко окунуться в видеоархив этого лета 94 года и потом продолжим наш разговор. Хорошо. Хорошо? Давайте посмотрим. Вы знаете, недавно у меня был глава администрации Амурской области, Владимир Павлович Поливанов, вот он здесь. Да, я ему задал этот вопрос, как они дальше собираются все-таки с таким потенциалом и жить на дотации, значит, немножко неудобно. Он четко сказал, что у них есть программа. Вот, программа выйти из этого положения, когда они являются дотационными. Мой вопрос будет следующим. Очень часто люди говорят, приезжают правители, говорят много слов, визит закончился, бумаги написаны, на этом все закончилось. Вот после визита Бориса Ельцина в Преамуре, который вы готовили, что изменилось в области? Его визит дал нам очень многое. Когда меня со мной тогда воевали, у меня был интересный период, и коммунисты, и демократы одновременно. Они объединились, и когда меня перевели потом в Москву, Филатов, тогдашний глава администрации, показал мне папку, где были жалобы вот отдельно от коммунистов на Поливанова, отдельно от демократов. И совместные жалобы, папка с совместными, где они подписывали. Когда обвинили меня в том, что я, так сказать, много денег потратил на визит Ельцина, я просто доложил, что мы потратили, по-моему, 28 миллионов на подготовку, получив 120 миллиардов рублей неплановых денег. Да, в тех деньгах. В тех деньгах, да. Но это гигантские суммы. Мы на эти деньги завершили строительство 4-го котла Благовещенской, ТЭЦ, строительство больницы,
Нам не хватало денег строительства целого ряда домов, в том числе для ветеранов войны. Ельцин выполнил все до последнего обещания. Область практически... Ну, это вообще был исторический визит. Это первое лицо государства впервые. Ни царь, ни генеральный секретарь, ни президент никогда Амурскую область не посещали. Цесаревич Алексей проезжал через нее транзитов, когда ехал на Дальний Восток. Брежнев только через Сковородину. Через Сковородину и тоже транзитом, когда ехал на встречу с Фордом во Владивостоке. То есть это опять же свидетельствует и об уме Ельцина, потому что он понимал о значении Амурской области, о том, что эта область обладает гигантским потенциалом, и он отменил плановый визит в Красноярский край. Вы уехали в Москву в команду Бориса Николаевича. Вы очень мало пробовали в этой команде. И у вас нет обид на то, что вы не прижились в этой команде. Почему? Ну, у меня нет обид по двум причинам. Во-первых, обида – это неконструктивное поведение. На обиженных возят воду. Это ну, раз. Ну, карьерный рост вроде бы предстоял такой. Карьерный рост на земле у каждого один – быть человеком. А какую ты при этом занимаешь должность – это совершенно неважно. Вице-премьер ты или... А что вам дало то, что вы все-таки немного, но поработали у Ельцина? Это мне дало очень много. Я, во-первых, узнал проблемы России уже не понаслышке, а... С документами в руках. Статистикой настоящей. Я узнал, во-первых, жизнь правительства, в том числе и теневую, которая, так сказать, никогда не попадает на страницы газет. То есть это кухня, то, что называется. Это очень большое знание. То есть я стал на порядок опытнее, поработав даже это непродолжительное время. Затем я еще 8 месяцев работал в контрольном управлении, опять же, президента Ельцина. Мы не сошлись с ним, и я до сих пор считаю, что я был прав, и, наверное, я прав был, но это уже пусть историки судят, на способах приватизации. У меня было свое видение приватизации. Ельцин, к сожалению, реализовывал чубайсовскую модель, с чем я категорически не был согласен. Поэтому мое увольнение было абсолютно закономерным. Очень много вот в эти дни на всех каналах идет аналитики о роли личности в истории. Да? Вы согласны с тем, что Борис Ельцин – это эпохальная фигура 20 века для России? Он значительно более эпохальный, чем широко всеми любимый на Западе Горбачев. Он значительно более эпохальный даже, чем Сталин. Смена формации, общественной формации для гигантской страны, по сути, прошла бескровно по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы Ельцин проявил малейшую нерешительность. А ведь гражданская война началась бы в полном объеме. Когда меня назначили губернатором, первое, что у меня лежало после на столе... После этих событий, кстати. После этих событий, да. Первое, что у меня лежало на столе, это расстрельные списки, подписанные президентом Рудским. Меня информировали, что президент Рудской, так сказать, приговорил к смерти 150 человек. Ну, самоназначенный. Да, самоназначенный, да. Но он же себя считал, и факс еще работал. И там, так сказать, и предлагалось мне квоту по Амурской области, так сказать. Предоставить, да, так сказать, да. В эти списки 4 человек врагов России. Вы согласны с теми, кто говорит, что если бы не реформа Бориса Николаевича, то мы бы сегодня жили по карточкам и с закрытым ртом? Вне всякого сомнения. Я даже во многом удивлен Ельцину, это величие этого человека. Я бы на его месте с журналистами, которые о нем писали гадость такую, что просто не о нем, а о жене писали. Ведь его супруга поливалась грязью еще даже больше, чем сам Ельцин. То есть, при Брежневе такого допустить было просто невозможно. И при Путине такого нет. Сейчас даже теоретически не можно представить, что кто-то плохо напишет о жене Путина. И это правильно. Ну и Ельцин велик в первую очередь потому, что он добровольно покинул власть. Я знаю только одного человека в мировой истории, это император Диоклетиан, который отрекся от древнего римского императора, от короны и последние 7 лет выращивал капусту. Да, и вот обычно Ельцин, всех выносили. Обычно всех выносили, либо перевороты, либо как того же Хрущева, это чистый дворцовый переворот. Человек, который исчерпал свой потенциал, честно об этом признался, и честно выступил с обращением к народу, извинившись перед этим, и ушел из власти. Великой страны, гигантской страны, имея абсолютную власть. Самая главная ошибка, Борис Николаевич? Приватизация. Я все-таки остаюсь. Ельцину не удалось сделать того, чтобы частная собственность была и честной собственностью.
Владимир Павлович, спасибо за столь неожиданный визит в нашу студию и очень краткосрочный. Сегодня на простые вопросы отвечал экс-губернатор Приамурья, доктор наук Владимир Поливанов. Это были простые вопросы, мы вспоминали Бориса Николаевича Ельцина.